На канале Луганск Новости. Здравствуйте, в студии Никита Чебыкин. Вначале коротко об основных темах выпуска. Дальше риски все на застройщике. То есть он понимал, что три этажа, которые ниже оказались, да, и четвертый, он уже объект стал поднадзоренным. Эпопея с проблемным домом продолжается. Жители намерены обращаться в суд. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Бессмертие и сила Ленинграда. 71 год назад сняли блокаду, которая продолжалась почти 900 дней. Когда у нас появятся свои детки, мы обязательно направим их на работу, служить нашей родине, в полицию. Престижная профессия. Местный отдел МВД отмечает свой день рождения. Дело дойдет до суда. Жилищная проблема нефтеюганцев, которые купили квартиры по адресу 1145, нашла продолжение. Горожане, представители администрации и жилстройнадзора провели общее собрание. Смогут ли люди получить право собственности, узнавала Светлана Ряписова. В актовом зале 7-й школы собрались все, кто заинтересован в решении жилищной проблемы, кроме застройщика. Руководитель ДСК-2 Олег Зырянов на общее собрание не явился. Напомним, жители новостройки в 11-м микрорайоне не могут получить право собственности на свои квартиры. Дом не сдан, потому что на этапе возведения не велся государственный строительный надзор. А итоговое заключение, которое дает жилстройнадзор, обязательный документ для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Наше заключение является документом обязательным для получения разрешения на ввод. Но это не значит, что ситуация попала в тупик и нет пути решения. У нас есть еще и судебный порядок признания права собственности на объект капитального строительства. Изначально дом планировался как трехэтажное здание, но позже застройщик решил добавить четвертый. Заказал проект, который прошел экспертизу, получил разрешение на дальнейшее строительство в администрации, а вот в жилстройнадзор обратиться забыл. Дальше риски все на застройщике. То есть он понимал, что три этажа, которые ниже оказались, да, и четвертый, он уже объект стал поднадзорен, это его риски были. Каким образом проводилась забивка свай и дальнейшее строительство, может решить только судебно-строительная экспертиза. Поэтому сейчас без обращения в суд о качестве строительно-монтажных работ и тем более оформлении права собственности не может быть и речи. Но горожане в недоумении, сколько еще ждать и что делать. Я заплатила свои кровные деньги, я хочу получить квартиру в собственность. Все, я свои обязательства выполнила. Страсти в зале накалялись с каждой секундой. Обманутые нефтеюганцы готовы обвинить кого угодно. Хотя если руководитель ДСК-2 Олег Зырянов умыл руки, то городские власти и надзорные органы готовы поддержать людей. Как отметил глава города, эта ситуация – хороший урок на будущее и для администрации, и для застройщика, и для тех, кто планирует купить квартиру. Предположить, что могут возникнуть проблемы, могли еще до того, как застройщик заявлялся на четвертый этаж. Еще по этому вопросу мы тоже будем внутри у себя разбираться. Не так все просто, потому что на глазах у всех люди справедливо ставят вопросы. Они действительно справедливо все ставят. Где вы были? Почему? Почему только вот когда они уже активно начали везде ходить, когда уже тревогу бьют, они понимают, что могут остаться без жилья. За строительство без разрешения и нарушение законодательства в сфере долевого участия прокуратура применила меры административного воздействия в отношении ДСК-2. Штраф, правда, небольшой, выписал и жилстройнадзор. Да, застройщик непорядочно поступил, да, застройщик неправильно поступил. Но я говорю, что мы этот вопрос доведем. То есть в рамках правового поля надо все решить, чтобы вы получили свое жилье законно, уже остались и жить спокойно, нормально, и остальные люди, которые будут. И его заставить цивилизованно работать в нашем городе, если он хочет дальше работать. Покупатели квартир в доме по адресу 1145 создали инициативную группу. Теперь все собрания с застройщиком будут проходить в узком кругу. Впереди только судебное разбирательство. Если ДСК-2 не пойдет на переговоры, то для него дело может закончиться уголовным преследованием. Светлана Ряписова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск».
Повышение стипендий студентам российских вузов под угрозой срыва из-за финансовых трудностей. Напомним, учащимся вузов, которые могут похвастаться отличной успеваемостью, летом планировали увеличить денежное довольствие на 20%. Однако в конце декабря прошлого года в Министерстве образования сообщили, что российские вузы ждет существенное сокращение финансирования. При этом подчеркнули, что в ведомстве все-таки намерены выполнять социальные обязательства и не будут сокращать стипендии и заработные платы научным работникам. Простая экономика далее. Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект, который запрещает продажу спиртных напитков в магазинах первых этажей жилых домов, а также открытие в этих помещениях баров, пишет российская газета. На данный момент торговых точек и питейных заведений на первых этажах около 10% от общего числа. Инициатива возникла после того, как в органы местного самоуправления стали поступать многочисленные обращения граждан с жалобой на шум, другие факты нарушения общественного порядка в таких предприятиях, говорится в пояснительной записке. В прошлом году цены на лекарства в российских аптеках выросли на 17,7%, а в декабре рост доходил до 20%, пишет газета «Ведомости». Главной причиной стало падение курса рубля. Предыдущий рекорд зафиксирован в кризисные 2008-2009 годы, когда стоимость медикаментов увеличилась на 14-16%, что также было выше официальной инфляции. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. На этой неделе прокуратуры регионов начнут проверять аптеки на предмет возможного завышения цен на лекарства из списка жизненно важных. Югра вошла в число российских регионов с наименьшей динамикой роста цен на социально значимые товары. Такой рейтинг составило Министерство экономического развития. Он и показал, что продовольственная инфляция в округе ниже, чем в среднем по стране. Тем не менее, в Югре также прошли прокурорские проверки. В ряде случаев выявлено превышение предельной стоимости продукции, установленной правительством региона. Прокуратура составила 10 административных дел и вынесла столько же предостережений. Долой подснежники! Депутаты предложили вывозить бесхозные аварийные автомобили из микрорайонов. Этот вопрос вошел в перспективный план работы комиссии по городскому хозяйству. По этому вопросу администрация разработала отдельное положение. Планируется создать комиссию, в которую войдут жители Нефтеюганска, народные избранники, полицейские и представители управляющих компаний. Такие развалюхи, по мнению депутатов, не только портят внешний вид города, но и представляют террористическую угрозу. Кроме того, занимают парковочные места. Всего в перспективном плане работы профильной комиссии числится больше 25 пунктов. Сюда вошли мероприятия, касаемые благоустройства города и жилищно-коммунальной сферы. В течение года парламентарии будут обсуждать вопросы по уборке снега, ремонту автомобильных дорог и расселению нефтеюганцев из Балков. Совместный проект правительства и Всемирного банка реконструкции и развития. Реформа ЖКХ в России продолжается. Напомним, что его участником стал и Нефтеюганск. Год назад наш город принял участие в конкурсе и получил грант в 420 миллионов рублей на модернизацию системы ЖКХ. Большая часть суммы, а именно 240 миллионов, предназначалась для реконструкции около 2 километров наиболее изношенных теплосетей. Следующие 180 миллионов пойдут на строительство 5 километров водопровода. Результатом этой модернизации станет значительное повышение надежности тепло- и водоснабжения Нефтеюганска. Однако в реформе ЖКХ участвует и каждый из нас. Рассказать о своей жилищно-коммунальной проблеме может любой нефтеюганец, позвонив по телефону редакции новостей 23 77 47. Наши сотрудники свяжутся с московским юристом, который прокомментирует ваш запрос. Напоминаем, что с любой аналогичной проблемой вы можете обратиться по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 775 69 72. Их работа – обеспечивать жителям города покой и уверенность, противодействовать преступности и стоять на страже закона. День основания Нефтеюганского ОМВД отметили накануне сотрудники полиции. С
Сначала их было всего 16. Отдел милиции Нефтеюганского горосполкома образовался 26 января 1968 года. В молодом городе на тот период проживало 10 тысяч человек. Маленький, но слаженный коллектив справлялся с кражами и хулиганством. Уровень преступности, кстати, был не такой уж и низкий. В 1968 году милиционеры зарегистрировали 168 правонарушений. Сейчас отдел МВД состоит из 29 служб и подразделений, которыми с 1995 по 2007 руководил полковник милиции Николай Цибулько. У нас были лучшие опера по квартирным кражам. Самая лучшая группа во все времена. Самые высокие показатели были в области, и не только в области. По убийствам, и грабежи, и разбои. Везде работали, всегда что-то новое находили. Мы всегда были закоперщиками во многих вопросах. На смену старожилам пришли новые способные кадры. Роман и Екатерина Козеркины познакомились на День милиции. В браке уже 5 лет. Майор, старший участковый уполномоченный Роман, перевелся в Нефтеюганск из Чувашской республики. После свадьбы вслед за мужем приехала в наш город и Екатерина. Теперь она капитан, специалист штаба внутренней службы. Главный в семье, конечно же, муж, говорит Катя. У него и звание выше, но планы на будущее у супругов общие. Когда у нас появятся свои детки, мы обязательно направим их на работу, служить нашей родине, в полицию. Будем им рекомендовать, чтобы они выбрали данный путь, продолжили. 4 года назад в Нефтеюганском ОМВД прошла переаттестация. С тех пор милиционеров называют полицейскими. Принципы работы, как говорят сами сотрудники, не изменились. Улучшилось техническое оснащение, увеличилось количество рабочего транспорта. Многие кабинеты оборудовали новыми компьютерами. Те, которые приходили случайно, люди в то время, вот, они покинули полицию. Сегодня пришли, работают те сотрудники, которые, значит, желают работать, вот, понимают задачу в охране общественного порядка и поэтому сегодня работают. Ветераны МВД, а также действующие сотрудники в честь праздника получили благодарственные письма главы города. Через 3 года ОМВД России по городу Нефтеюганску отметит полувековой юбилей. Елена Гайлиман, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Печальная героическая дата. Ровно 71 год назад многострадальный Ленинград был полностью освобожден от блокады, которая длилась 872 дня. К началу осады в городе не имелось достаточных запасов продовольствия и топлива. В результате массовый голод и суровая зима, проблемы с отоплением и транспортом привели к сотням тысяч смертей. В городской библиотеке сегодня открылась выставка, первыми посетителями которой стали ученики 9-й школы. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Пожалуй, это самая трагичная страница во всей истории Великой Отечественной. Выставку не случайно назвали «Бессмертие и сила Ленинграда». Город выстоял, несмотря на голод, уничтожавший целые семьи, страшный мороз, от которого не было спасения, и постоянные бомбардировки. Историки до сих пор спорят о точном количестве жертв. Философ Майкл Уолтер утверждает, что в осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Ребята с интересом следили за рассказом. Их многое потрясло. Сами условия проживания. То, что я не представляю такой жизни. То есть в тех условиях, в которых все выросли, я думаю, то, что мало кто сможет такое пережить сейчас. На библиотечных полках представлены книги, которые проливают свет на события того времени. Это сборник Андрея Константинова «Блокада. 300 судеб, 300 реальных историй». Дневник военного корреспондента Лукницкого «Сквозь всю блокаду». Труды, с которыми всем неравнодушным стоит ознакомиться. Библиотекарь Наталья Ефимкина считает, что подобные встречи и выставки должны возродить в детских умах интерес к истории Отечества. Очень важно, потому что все-таки 71 год прошел с той войны. Естественно, уже очень мало осталось людей, которые воевали, которые помнят, принимали участие в Великой Отечественной войне. И чтобы напомнить детям о той страшной трагедии, которая постигла нашу страну. Уже 2 февраля состоится еще одна большая годовщина – 71 год Великой Сталинградской битве. Департамент образования планирует по этому случаю организовать встречу школьников с представителями местного отдела внутренних дел.
Никита Чебыкин, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Морозный вихрь. Юные воспитанники Центра национальных культур подготовили праздничную программу для своих родителей. Творческие коллективы показали разножанровое выступление и поздравили зрителей с прошедшими праздниками. Символично, что в год козы на сцене появились нарядные, грациозные, парнокопытные. Но это только повод для того, чтобы продемонстрировать национальный колорит того или иного этноса – музыку, танец и костюм. Для зрителей концерт оказался занимательным. Родители вовсе счастливы, что их дети при деле и культурно обогащаются. Очень хорошо, что делают такие конкурсы детские, потому что и для детей развитие, то есть дети отвлекаются и от телевизоров, и от компьютеров, и от всего того прочего. Физическое развитие и умственная культура многих народов проходит. В этот день на сцене юности свои номера показали 11 коллективов Центра национальных культур. Каждый продемонстрировал свой творческий потенциал, вокальные и хореографические данные. Нам очень нравится. Организация концерта тоже как бы все хорошо. Знаю я, Манька, как ты любишь песни да танцы разные. Ой, Зойка, люблю. Ну тогда получай подарок, подруга. Вместо традиционных ведущих, которых мы привыкли видеть на концертах, театрализованные сценки. Организаторы заметили, что по своему жанру это было полноценное представление, что является большой редкостью для Нефтеюганска. Кристина Кочерова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас Нефтеюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.